Сегодня будем собирать вот этот наборчик, который приехал из магазина Gearbest и который упакован таким вот не самым обычным образом. Значит, два куска плексигласа, сама плата, шнурочек, мини-USB, пара индикаторов матричных и некоторое количество деталек с болтиками. И на самом деле это часы с вот такими вот аноматричными индикаторами. Причем конструктор практически полностью состоит из SMD компонентов. Ну вот она плата. И отверстие здесь по сути только под индикаторы. То есть что это? Ну и под пищалку. Кстати, микросхемка часов здесь DS3231. Так что часики должны быть довольно точные. А вот микроконтроллер STK-шка. То есть что за STK, не ясно. Ну, то есть это какие-то китайские микроконтроллеры. Вот DS3231. И вот микроконтроллер STK. Также тут у нас панелька под батарейку. Пищалка. Разъемчик мини-USB. Конденсатор, несколько кнопочек, пара транзисторов и болтики, чтобы скрутить корпус из двух вот этих вот она. И, кстати, весьма интересная деталька, с советских времен такого не видел, это ртутный датчик положения. Вот здесь вот внутри, наверное, видно два контакта и капелька ртути. И в зависимости от положения ртуть замыкает либо размыкает контакты. Да, и в комплекте тут еще вот линеечка с резисторами и линеечка с конденсаторами. Мы приступаем к сборке. Первым делом сюда ставим микроконтроллер. Он ставится по ключу. Здесь вот точечка есть. И на самом микроконтроллере точка есть. Ставится он довольно-таки просто. То есть его нужно зафиксировать на одной или две ноги. А потом пройтись просто паяльником по дорожкам. Ну и, конечно же, желательно предварительно нанести флюс на площадке. Только вот за камерой это делать довольно-таки непросто. Вот зафиксировал две ноги. Вот эту и вот эту. А дальше все делается элементарно просто. Берем некоторое количество припоя. Вот такими вот действиями проходимся по всем контактам. Вот эти вот две спаянные дорожки можно это легко исправить отсосом. Все. Следом можно поставить резисторы. Вот эти вот. Кстати, резисторов в комплекте больше, чем необходимо. То есть, возможно, запасные. С резисторами все еще проще. Просто на одну сторону наносим некоторое количество припоя. Берем резистор. И ставим его с одной стороны. Также и с остальными. А потом пропаиваем с другой. Тут же рядом вот ставятся транзисторы, и в комплекте их два. То есть, видимо, опять же запасной. С ним так же, как и с резисторами. Таким же образом ставится микросхемка часов DS3231. Также согласно ключа. То есть, вот она точка. И вот он ключ на микросхемке. Ну, это очень легко паяется. То есть, берем также ногу.
А потом с некоторым количеством припоя проходимся по остальным. Ну вот что получилось. Ставим такие конденсаторы. Кстати, их опять же здесь два штуки, а в комплекте три. Так что один у нас про запас. Значит, что здесь еще осталось? Пару конденсаторов электролитических. Побольше, так понимаю, ставится вот сюда. Кстати, не забываем про полярность. Здесь вот шелкография, белая сторона, и здесь. И, кстати, не очень хорошо появятся. Желательно их залудить все-таки с нижней стороны вот здесь. Тогда они становятся как надо. То же самое проделаем и со вторым. Также тут есть стабилизатор AMS 1117. Которые ставятся вот сюда. И ставим разъемчик. Ну и вот и разъемчик стоит. Так, остались еще кнопки. Мы ставим наш датчик положения. Ему немножко нужно укоротить ноги и впаять его вот сюда. И ставим панельку под батарейку. Кстати, самой батарейки в комплекте нет. Ну и вот осталась только одна пищалка, но я ее впаю после того, как оттру плату спиртом, потому что она вся в флюсе. Ну вот оттер плату спиртом, осталось поставить пищалку. Ставится она длинной ногой к низу вот сюда. Эти квадратные отверстия, это плюс у нас. Ну и остались сами индикаторы. Немножко загнутая нога, но это не проблема. Ну это тоже немножко загнутые они. Ну и какой стороной их ставить? Здесь нет никаких точек, указана только маркировка его. Ну как вариант включить его не впаивая и посмотреть, что он показывает. Ну а камера была выключена, да? Записалось или нет, не знаю. В общем, впаиваются эти индикаторы вот этой вот полосочкой к обозначению LED. Так, ну и пробуем включить уже с впаянными индикаторами. О, другой разговор. Что тут? Верхний у нас сет. А, ну подержать нужно, да? Так, значит, время устанавливаем. Минуты. Что, секунды? Значит, время, дата. Это что, будильник? Шрифт. То есть, может быть таким. В общем, размер часов, если сравнивать с индикатором 7-сегментным, это примерно вот так. То есть все-таки больше, но не сказать, что они прям большие. Так, давайте тогда уж крутим его в коробочку. Снимаем защитную пленочку. Так, это у нас сверху. Нет, не сверху, нужно здесь еще пленочки поснимать. В общем, нашел 12-20, должна сюда подходить, да, она. Обратную сторону можно не снимать пленку. И
Это оно все выглядит вот так. Вот так оно в итоге. Конечно же, все это мельтешение видно только на камере. Еще вот часики можно ставить как угодно. В общем, что здесь можно сказать? Ну, весьма неплохой конструктор, но нужно иметь хотя бы какой-то небольшой опыт в пайке SMD. Ну, функционал у них все-таки очень даже неплох. И часы на DS3231. Можно всякие настраивать отображения. Ну, например, можно включить только часы, как было включено. Поменять шрифты. И вот поменять отображение. То есть поставить там тип 3. И будет он там мельцать вместе с датой. То есть температура. Дата, там день недели, ну и так далее. То есть различные эффекты здесь есть. В общем, все ссылки, как всегда, в описании. Спасибо за внимание. Пока.